Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Светлана Дианова, и я рада представить вашему вниманию нашу восьмую в 2021 году выставку совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна» и нашего музея-галереи живописной вышивки под эгидой Академии народного искусства России, секции искусства художественной вышивки. Начиная с июня 2019 года мы проводим выставки вышитых картин, и это наша 17-я по счету выставка, если говорить о нашей выставочной деятельности в целом. Выставка проходит с 1 октября по 10 января 2022 года в стенах галереи «Печатники», которая входит в объединение «Выставочные залы Москвы» при Департаменте культуры города Москвы. Это сеть современных выставочных площадок, работающих с разными видами и жанрами традиционного и современного искусства. И прежде всего, на нашей выставке я хочу обратить ваше внимание на гобелен работы начала 20 века. Его передала в дар нашему проекту «Жизнь прекрасна» потомок древнего рода князей Голицыных и президент Русского клуба искусства и культуры Натальи Голицына. Это гобелен из ее личной коллекции. Посмотрите, какими были гобелены 100 лет назад. Мы называем наши вышитые картины современными гобеленами или гобеленовой живописью, потому что наше искусство художественной вышивки, которое, с одной стороны, уходит корнями в далекие времена и традиции, вместе с тем это искусство возрожденное, перерожденное и современное. Потому что создавать такие сложные многоцветные картины, полностью повторяющие живописные оригинальные полотна, стало возможным только в наше время, когда на помощь пришли компьютеры с новыми технологиями и специальные программы, которые позволяют создавать сложные, многоцветные и очень реалистичные схемы для вышивки. А мастерицы, соответственно, могут по этим схемам вышивать прекрасные картины, вложив в них свой труд и время, свои золотые руки, свою любовь и душу. Наш проект «Леви и Белль» или «Жизнь прекрасна» объединил талантливых мастериц из разных уголков России и далеко за ее пределами. Каждая наша вышитая картина поистине уникальна. Требуется кропотливая работа дизайнера, чтобы создать идеальную схему для вышивки, а затем мастерство, терпение, внимательность и месяцы, и даже годы кропотливого труда вышивальщицы, чтобы воссоздать в стежках первоначально нарисованное художником изображение. И при этом не просто максимально точно повторить изображение, созданное художником 100 или 200 или даже 300 лет назад, но еще и сделать это с большой любовью, вложить в эту воссозданную картину лучшую и светлую частичку своей души. На эту выставку в галерее «Печатники» мы собрали 43 картины от 16 мастериц из 8 городов России. Если сложить все усилия, вложенные в вышивку этих 43 картин, потребовалось бы в общей сложности 28 лет и более 8 миллионов стежков. И сегодня мы немножко окунемся в историю этих картин и создавших их художников. Предлагаю вашему вниманию небольшой рассказ о картинах, представленных на выставке в галерее «Печатники». Начнем наш рассказ с вышитых картин, оригиналы которых находятся в знаменитой галерее «Красавец» Людвига Баварского. Ведь именно с нее еще в 2017 году у меня родилась идея проекта «Леви и Белль» или «Жизнь прекрасна». На протяжении 13 лет, с 1827 по 1850 год, придворный художник Джозеф Карл Штиллер писал для своего покровителя портреты самых красивых, по мнению баварского короля, европейских дам того времени. И за это время он создал 34 портрета. Еще два дополнительных образа написал его ученик Фридрих Дюрк. Так что по сей день все эти 36 портретов можно увидеть в галерее «Красавец» в Нимфенбургском дворце под Мюнхеном. Людвиг Баварский сам лично отбирал модели для своей галереи «Красавец». У него был свой идеал красоты, согласно которому учитывалась не только внешняя привлекательность девушки, но и ее высокие моральные качества. И на портретах галереи «Красавец» можно видеть женщин из самых разных социальных слоев с необыкновенными судьбами. И сегодня на нашей выставке вы можете увидеть три портрета из галереи «Красавец» Людвига Баварского.
Все они вышиты мной на канве конгресс-трамин 24-го каунта в технике Petit Полукрест. И на создание каждой из этих картин у меня ушло в среднем 2-3 месяца. Это портрет Августы Штробль. Августа была дочерью главного бухгалтера Баварского двора. Ее портрет был самым первым из заказанных королем своему придворному художнику Джозефу Карлу Штиллеру. Вообще в галерее красавиц Людвига Баварского два портрета красавицы Августы. Первый написан в 1826 году, ей тогда было 19 лет, а второй, как раз вот этот, с яркими бантами и яркой лентой на поясе, был написан в 1828 году, и здесь Августе 21 год. Король впервые увидел Августу на городском балу. Она была похожа на волшебную фею. И очарованный король сказал ей, что стоит ей только пожелать, и он исполнит любое ее желание. А в ответ Августа попросила повысить должности помощника лесничего Хильбера, потому что он ее жених. Король был ошеломлен и обескуражен, но сдержал свое королевское слово и назначил его главным лесничим в Эргальсбахе. Это место и по сей день красивейшая природоохранная зона в чудесном лесном краю в районе Дунайского водораздела. А Августа вышла замуж за своего лесничего Хильбера, была счастлива в браке, и у них было 5 детей. Король изредка посещал их в доме лесничего и писал стихи, посвященные прекрасной Августе. Вот такая романтичная история. Еще один портрет галереи красавиц – Катерина. На картине изображена Катерина Роза Бацарис, дочь Маркоса Бацариса, известного греческого военачальника и героя освободительной войны Греции. Сама Катерина Роза была придворной дамой при греческой королеве Амалии, которая происходила из российской царской семьи и сопровождала королеву в ее визитах в разные европейские страны. Она снискала себе всеобщую любовь и уважение за свою красоту и за славу дочери знаменитого героя. И король Баварии даже наградил ее орденом Золотого Креста. Еще в ее честь был назван аромат «Дамасская роза». Катерина вышла замуж за принца и генерала Георга Карацеса, и у них было 4 детей. А на этой картине Катерине чуть больше 20 лет, и она юна и прекрасна. И третий портрет из галереи красавиц, вернее фрагмент портрета Анны Хельмайер, где изображено только лицо девушки. Анна Хельмайер была дочерью мюнхенского торговца мясом. На портрете Анна изображена в традиционном мюнхенском головном уборе с молитвенником в руке, как символом ее благочестия. Как я уже сказала ранее, Людвиг Баварский сам лично отбирал красавиц для своей галереи. И если монарх находил соответствующую модель, то ему совершенно не важен был ее социальный статус. Именно поэтому рядом с портретами принцесс в галерее красавиц расположены изображения девушек из более низших сословий. И когда король выбирал для портрета дочь почетного гражданина или простого горожанина, она получала в подарок платье, в котором позировала художнику. Именно поэтому многие дамы на портретах одеты намного богаче, чем позволяло их социальное происхождение. Продолжая тему немецкой живописи, представляю вашему вниманию самую большую картину нашей выставки. Это императрица Евгения в окружении фрейлин. Написал эту картину немецкий живописец Франц Ксавьер Винтерхальтер, один из самых модных портретистов середины XIX века, и его картины всегда узнаваемы. А вышла эту картину Светлана Малышевская из Нижнего Новгорода на гобеленовой сетке 25-го каунта в технике Petit Полукрест. Размеры оригинального полотна просто огромные, более чем 4 на 3 метра. В настоящее время она хранится в музее Компьенском дворце французских королей, который расположен к северо-востоку от Парижа. А на нашей выставке вы можете полюбоваться не менее прекрасной и не менее масштабной вышитой картиной, и на ее создание у Светланы ушло более 2 лет. Давно уже ушел из жизни Франц Ксавьер Винтерхальтер, но живут созданные им портреты, передавая обаяние и красоту женщин той удивительной эпохи. Теперь давайте из Германии перенесемся во Францию. «Маркиза за вышиванием» – оригинальное название картины «Маркиза де Комелафорс». По картине самого известного придворного художника во Франции конца правления Людовика XV Франсуа Юбер Друэ.
В 1767 году, когда она позировала для этого портрета за роскошным вышивальным станком, ей было всего 14 лет, и маркиза была официально представлена при дворе французского короля, что и послужило поводом для написания ее портрета модным придворным портретистом. В настоящее время эта картина находится в Америке, в Музее искусств Дэвида Оусли, в университете Болл-Стейт в Мансе. На создание этой картины у меня ушло 5 месяцев. Она также вышита на канве 24-го каунта в технике Petit полукрест. Еще одна французская красавица 18 века, и не просто красавица, а талантливая художница, это Мари Габриэль Капе. А эта картина – ее собственный автопортрет, где она сама себя запечатлела в возрасте около 22 лет. И глядя на этот портрет, можно с уверенностью сказать, что уже в таком юном возрасте художница обладала незаурядным талантом. В то время у нее практически не было никаких шансов стать знаменитой, но тем не менее ее картины выставлялись во французских салонах и пользовались большой популярностью. Дело в том, что в возрасте 20 лет ей повезло стать ученицей известной в то время французской художницы Аделаиды Лабиль-Гиар, одной из немногих женщин той эпохи, поступивших в Королевскую академию художеств в Париже. А это было единственным местом официального признания художников. И вот на протяжении всей профессиональной жизни Мари и Аделаида были не просто коллегами по живописи, их связывали очень тесные дружеские отношения. Больше всего Мари Габриэль Капе преуспела как портретист. Также ее наследием является коллекция миниатюрных портретов, большая часть которых хранится в Лувре. А эта оригинальная картина в настоящее время хранится в Национальном музее западного искусства в Токио. 4 месяца у меня ушло на создание этой красавицы. Она выполнена в технике Petit полукрест на канве Конгресс Трамин 24-го каунта. На нашей выставке представлены вышитые работы по картинам выдающегося французского живописца XIX века Адольфа Вильяма Бугро. У этого художника можно встретить много картин на мифологические, аллегорические и библейские сюжеты, а также много картин на тему материнства, детства и прекрасных женщин. Прекрасное знание анатомии человеческого тела, внимание к деталям, удивительнейшим образом подобранные тона – все это делало картины Вильяма Бугро безумно реалистичными. И сегодня более чем в 100 музеях мира работы Бугро находятся в постоянной экспозиции. А на нашей выставке вышитых картин представлена «Песня ангелов». Оригинальная картина находится в музее Гетти в Лос-Анджелесе. Вышила эту картину Светлана Малышевская за 10 месяцев на канве 18-го каунта в технике «Полный крест». Еще одна картина Адольфа Вильяма Бугро «Завтрак». Это фрагмент большой картины, а оригинал находится в частной коллекции. По этому сюжету на нашей выставке вы можете видеть две картины в исполнении разных мастериц. Эти картины висят друг напротив друга и словно переглядываются эти милые девчушки. Обе картины вышиты на канве 18-го каунта, но в разных техниках. Первую вышила Светлана Климова из Москвы в технике «Полный крест». 4 месяца у нее ушло на создание этой картины. А вторую вышла Алла Шишкина из Москвы в технике «Petit полукрест». 2 месяца у нее ушло на эту работу, и за счет техники исполнения эта картина выглядит более акварельной. «Нежное объятие» французского художника-академиста XIX века, ученика и впоследствии близкого друга Вильяма Адольфа Бугро и Эмиля Мунье. Наибольшую известность Эмиль Мунье получил как живописец, изображающий маленьких детей и их домашних животных. Оригинал этой картины находится в частной коллекции. Анастасия Михайлова из подмосковного Подольска вышила эту картину на канве 25-го каунта в технике «Petit полукрест». 4 месяца у нее ушло на ее создание. Еще один французский художник на нашей выставке – Гуго Мерле и вышитая картина «Материнская любовь». Этот художник завоевал международное признание своими жанровыми сюжетами из жизни рабочего класса, работами на историческую и религиозную тематики. Но самую большую популярность художнику принесли его картины, изображающие материнскую любовь и детскую беспечность с присущей автору сентиментальностью. И его часто сравнивают с Адольфом Вильямом Бугро. В его работах есть некоторый идеализм в возвышенных образах и позах, чувствуется стремление художника показать женщину как Мадонну, что мы и видим на данной картине.
Оригинальная картина находится в частной коллекции, а у посетителей нашей выставки есть уникальная возможность увидеть и сравнить два варианта этой картины, которые выполнены на канве разного каунта, поэтому они отличаются по размеру. Первая — «Материнская любовь» в исполнении Светланы Малышевской на канве 25-го каунта в технике «Петит полукрест». 10 месяцев ушло у Светланы на создание этой картины. А вторая картина в исполнении Светланы Климовой на канве 18-го каунта в технике «Полный крест». И вышивала ее Светлана более года. И эта картина впервые представлена на нашей выставке. «Корзина с виноградом и персиками» по картине французского живописца и литографа фламандского происхождения Жана Франса Ван Дайла. Этот художник 18 века в основном специализировался на цветочной живописи, был очень плодовитым и успешным художником и получал заказы от таких богатых и влиятельных патронов, как императрица Жозефина и Мария Луиза Бонапарт, а также короли Луи XVIII и Карл X. Оригинальная картина находится в частной коллекции. Вышла эту картину Надежда Секрет на канве 20-го каунта в технике «Полный крест». На ее создание ушло 1,5 года. Поговорив о французской живописи, давайте теперь посмотрим на итальянскую. «Дама в голубом» – оригинальное название этой картины «Букет». Это фрагмент по мотивам картины итальянского художника XIX века Рафаэля Джанетти. Оригинальная картина в настоящее время выставлена на продажу на аукционе «Вильямс энд Сан» в Ричмонде, Великобритания. А я вышивала эту картину на канве «Конгресс-Трамин» 24-го каунта около 3 месяцев. «Феодора» – это фрагмент картины итальянского художника XIX века Луи Пизани. На портрете изображена молодая итальянка в красивом наряде оперной певицы. Считается, что это одна из исполнительниц известной в то время комической оперы под названием «Ла Финта Фраскатана». А возможно, художник просто создал свой образ прекрасной женщины под влиянием увиденного в опере. Оригинал картины был выставлен на продажу в 2010 году на аукционе в Далласе и в настоящее время находится в частной коллекции. У меня на канве «Конгресс-Трамин» 24-го каунта около месяца ушло на эту вышитую картину. «Мария Магдалина» выполнена по картине итальянского художника 17 века Карло Дольче или его последователя. На картине Мария Магдалина изображена в соответствии с каноном Западной Церкви с непокрытой головой и распущенными волосами, а также с тем сосудом благовония, из которого евангельская женщина обливала ноги Христу. Предположительно, в настоящее время картина находится в галерее «Платина» Палаццо Питти. А вышила эту картину Екатерина Мусатова на канве 27-го каунта в технике «Петит полукрест». 2 месяца ушло у Екатерины на создание этого шедевра. Картина «У окна» или в оригинальном названии «The Red Fan» – «Красный веер» по картине итальянского художника 19 века Ижена де Бласа. Любимым мотивом творчества Ижена де Бласа была повседневная жизнь венецианцев, но в основном художник прославился женскими портретами прекрасных венецианок. В его исполнении они особенно неповторимы и соблазнительны, с мягкими чертами лица и лукавыми, кокетливыми взглядами. Эта картина написана художником в 1892 году, техника исполнения «Масло по дереву». Образ этой венецианской девушки со светлыми волосами можно встретить во многих других картинах Бласа. Возможно, что она жена художника Паоло Прина. Ведь только любимых женщин можно писать с такой нежностью и любовью, которые чувствуются в этой картине. Картина «Красный веер» была выставлена на аукционе Сотбис в сентябре 2018 года и продана в частную коллекцию. А я вышивала эту картину на канве «Конгресс-Трамин» 24-го каунта около 4 месяцев. У меня ушло на ее создание. «Чай на террасе» по картине итальянского художника 19 века Фредерико Сулукруа. Его картины на тему салонной живописи пользовались огромным успехом. В основном они писались под заказ для частных клиентов, приезжающих из США, Англии, Германии, особенно из Мюнхена, а также из Южной Америки и Канады. Оригинал этой картины находится в частной коллекции.
Эту картину вышила Оксана Трегубова из Москвы на конве 25-го каунта в технике «Петит полукрест». На ее создание ушел 1 год и 8 месяцев. А теперь давайте перенесемся в Британию 18-19 веков и современную Англию. Если вы были в Эрмитаже, то вряд ли смогли пройти мимо картины «Дама в голубом». Это портрет работы английского живописца 18 века Томаса Гейнсборо, написанный художником в период наивысшего расцвета его художественного мастерства. Один из самых запоминающихся и загадочных шедевров Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. До сих пор длятся споры о том, кем была незнакомка, изображенная на этом портрете. Самой распространенной является версия о том, что это дочь адмирала Басгауэна, которая вышла замуж за герцога де Бафора. Поэтому второе, неофициальное название этой картины – портрет герцогини де Бафор. На момент написания картины ей должно было исполниться 33 года. По другой версии, на портрете изображена авантюристка, выдававшая себя за княжну Тараканову, принцессу Владимирскую. Но бесспорно одно – на этот портрет можно смотреть до бесконечности, он просто прекрасен. И это, кстати, единственное известное произведение Томаса Гейнсборо, находящееся в России. Целый год трудилась над созданием этой картины Елена Тузова из Нижневартовска. Она вышивала ее на конве 18-го каунта в технике «Полный крест». «Биондина». Эта вышивка выполнена по картине британского художника викторианской эпохи 19 века лорда Фредерика Лейтона. На картине изображена Кони Джилкрайст, юная артистка и натурщица, позировавшая для многих художников и фотографов, в том числе для известного английского писателя и автора «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Оригинал этой картины хранится в галерее искусств Гамбурга. А я вышивала эту картину на конве 24-го каунта в технике «Петит полукрест», и на ее создание у меня ушло 3 месяца. «Леди Годива» по картине английского живописца-портретиста 19 века Джона Кольера. Здесь изображена англосаксонская графиня, жена графа Мерсии Леофрика, который жил еще в XI веке. Согласно легенде, подданные графа страдали от непомерных налогов, и Годива умоляла своего мужа снизить налоговое бремя. Однажды на очередном пиру, будучи сильно пьяным, Леофрик пообещал снизить налоги, если его жена проедет на лошади по улицам Кавендри обнаженной. Он был уверен, что это условие будет совершенно для нее неприемлемым. Однако Годива поставила свой народ выше собственной стыдливости и пошла на этот шаг. И 10 июля 1040 года она проехала через весь город верхом на лошади, полностью обнаженной, закрывшись только своими прекрасными длинными волосами. И жители города, любившие свою покровительницу и уважавшие ее за доброту, были предупреждены заранее и в назначенное время закрыли ставни и двери своих домов. Никто не вышел на улицу, поэтому никто не видел прекрасную обнаженную всадницу. Граф был поражен самоотверженностью своей жены и, конечно же, сдержал слово и снизил налоги. Вот такая история. А оригинал этой картины находится в художественной галерее и музее Герберта Кавентри. А картину, представленную на нашей выставке, вышила Ирина Онищенко из Москвы на конве 18-го каунта в технике «Полный крест». На ее создание ушло 9 месяцев. «Маленькая рукодельница» в оригинальном названии «The Little Lacemaker» по мотивам картины английской художницы французского происхождения Софи Андерсон. Некоторые искусствоведы полагают, что эта девочка, встречающаяся и на других картинах Софи, на самом деле ее дочь. Эту картину я вышила в технике «Петит полукрест» на конве 24-го каунта. 2 месяца у меня ушло на создание этой картины, а оригинал находится в частной коллекции. Еще одна картина Софи Андерсон «Горлица» или в оригинальном названии «The Turtle Dove». Нежный, прекрасный, трогательный образ девочки, держащей в руках трепетную птицу. Оригинал этой картины также находится в частной коллекции, а вышла эту картину Анастасия Михайлова из подмосковного Подольска за 3 месяца на конве 24-го каунта в технике «Петит полукрест». Письмо по картине английского художника викторианской эпохи 19 века Уильяма Мо Эгли. Его ранние работы были иллюстрациями литературных тем, типичных для того периода. Он также писал картины на тему предметов быта и детства.
Большинство его картин были юмористическими или чувственными жанровыми сценами городской и сельской жизни, а также современной моды. В своих картинах Эгли всегда уделял пристальное внимание особенностям костюма, что мы и можем видеть на этой картине. Оригинальная картина находится в частной коллекции, а вышла эту картину Анастасия Михайлова за 4 месяца на конве 24-го каунта в технике «Петит полукрест». На нашей выставке представлена полная сюрреализма картина современной талантливой художницы Джозефины Уолл «Воздушная фантазия» или «Bubble Flower». Джозефина Уолл родилась в 1947 году в графстве Сурей, Великобритании, в семье профессора-филолога. И уже с 4 лет любимым занятием девочки было рисование, а в 16 лет Джозефина продала свою первую картину. Ее работы с успехом экспонируются в художественных галереях по всему миру и всегда привлекают внимание публики своеобразием пластики, яркостью красок, обилием деталей и необычными сочетаниями цветов, которые стали своеобразной отличительной чертой художницы. Такие полотна можно рассматривать часами. В настоящее время художнице уже далеко за 70, но она продолжает вести активную жизнь, делится своим творчеством с миром и имеет большое количество поклонников по всему свету. Я вышивала эту картину на конве Аида 14-го каунта в технике «Полный крест». Около 10 месяцев у меня ушло на эту работу. «Сирень» по картине современной английской художницы Триши Хардвик. Ее натюрморты с прекрасными цветочными композициями просто пронизаны летним настроением, светом и теплом. А эту сирень я вышивала в память о своей горячо любимой мамочке. Она очень любила сирень. И около 3 месяцев у меня ушло на ее создание. «Шато Марго» по картине современного английского художника Реймонда Камбелла. Эта картина была продана на аукционе в 2008 году в частную коллекцию в Новую Зеландию. А вышла эту картину Юлия Вдонина из Пензы на конве 24-го каунта в технике «Петит полукрест». Почти 2 года ушло у Юлии на ее создание. Продолжая нашу экскурсию, заглянем в другие европейские страны. Голландский город по картине голландского живописца второй половины XIX века Вильяма Кукука. В начале своей карьеры художник, представитель известной династии живописцев в третьем поколении, весьма успешно работал в качестве архитектора. Возможно, поэтому на его картинах наблюдается сочетание точного изображения архитектуры, исторической реконструкции и фантазии. Его картины были особенно популярны за рубежом, так как они показывали идиллический образ Нидерландов. Оригинальная картина в настоящее время находится в частной коллекции. А вышила эту картину Надежда Каращенко из Москвы на конве 24-го каунта в технике «Петит полукрест», и на ее создание ушло 2,5 года. «Коты и кокоду» по картине талантливого австрийского пейзажиста и анималиста Карла Райхерта. Он известен своими гравюрами с изображением старой части Граца и его замков, но в первую очередь благодаря картинам с изображением животных, которые поражают своей проработанностью и точностью деталей. Основная часть работ художника находится в городском музее Баден-Бадена, а также в частных коллекциях. Вышла эту картину Надежда Секрет из Москвы на конве 20-го каунта в технике «Полный крест», и более года ушло на ее создание. «Афродита 010». Многие приписывают эту картину кисти французского живописца Адольфа Вильяма Бугро, но на самом деле это не рисунок и даже не фотография, а цифровое изображение идеальной красоты, которое создал с помощью компьютерной программы греческий цифровой художник Александр Скараманга. И назвал он ее «Афродита 010». Видимо, по количеству попыток, из которых 10-я попытка оказалась самой удачной. Как написал сам Александр Скараманга, «Афродита не является реальным человеком, это идеализированная картинка, и моя задумка была объединить красоту многих женщин в этом портрете». Что ж, замечательная задумка и замечательное воплощение. А у меня эта картина родилась за 1,5 месяца на конве «Конгресс Трамин» 24-го каунта. «Лесной пруд» по картине известного датского художника XIX века Педера Морка Манстеда.
Он считается признанным мастером пейзажа, представитель золотого века датской живописи. Оригинальная картина находится в частной коллекции, а здесь мы видим фрагмент картины в круге. Вышел ее Екатерина Мусатова на канве 24-го каунта в технике «Петит полукрест». 2 месяца ушло на создание этой картины. «Дорога в детство» по картине современного белорусского художника-пейзажиста Владимира Онищенко. Мы можем видеть, как на этой картине оживает каждая травинка, каждый листок. Оригинальная картина находится в частной коллекции. Эту картину также вышла Екатерина Мусатова из Москвы на очень мелкой канве 27-го каунта в технике «Петит полукрест». Практически ювелирная работа, с которой Катюша справилась за 4 месяца. Еще несколько прекрасных картин по мотивам полотен близких нашему сердцу русских художников. «Боярышня» по картине русского художника 19 века Фирса Сергеевича Журавлева. Вот именно такими мы представляем русских красавиц, красных девиц, статных, чернобровых, с нежным румянцем на щеках. Знатные боярыни носили богатые платья из тонкого красного сукна, парчевые платья с серебряной и золотой вышивкой и с множеством драгоценных украшений, и, конечно же, украшенным драгоценными камнями и жемчугами кокошником. А на ногах у этой красавицы наверняка надеты красные сафьяновые сапожки. В настоящее время эта картина находится в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан. А вышла эту картину Алла Шишкина на канве 25-го каунта в технике «Петит полукрест». Около года рождалась эта картина, а теперь красуется на наших выставках. Картина «Ангел со свечой» по картине художника 19 века Тимофея Андреевича Нефа. Или на немецкий лад его имя звучит как Тимолеон Карл фон Неф. Он считается русским художником, хотя родился в Пюси. Это Истлянская губерния, теперь Эстония. Но впоследствии принял русское подданство, и ему было пожаловано дворянское звание. Он много путешествовал по Российской империи для знакомства с народными типами и бытом. Он состоял хранителем картинной галереи императорского Эрмитажа. Его картина «Ангел со свечой» – это портрет великой княжны Марии Николаевны в образе ангела со свечой и кадилом. Вышла эту картину Алена Хилтунин из Москвы. Целый год она над ней трудилась, вышивала на канве 25-го каунта в технике «Петит полукрест». А оригинал этой прекрасной картины в настоящее время хранится в Национальном музее Грузии в Тбилиси. Особо хочется выделить несколько работ нашей экспозиции, выполненных по картинам современного и необычайно одаренного и одухотворенного русского художника Андрея Алексеевича Шишкина. Он художник-самоучка, что называется художник от Бога. Работает в стиле реалистичной академической живописи и создает картины, которые восхищают своим великолепием. А его картины славянской тематики вообще очень вдохновляющие и близки по духу русской душе. Вот, например, картина «Рыженькая». В образе этой девочки художник хотел создать аллегорию лета, детского озорства. И глядя на эту картину, как будто окунаешься в беззаботное и веселое детство. На нашей выставке вы можете видеть 2 варианта «Рыженькой». Одна в моем исполнении, у меня ушло на ее создание 3 месяца, а вторая в исполнении Анны Смирновой из города Асино Томской области. За 5 месяцев Анна вышла эту работу, и она впервые представлена на нашей выставке. Обе картины выполнены на канве «Конгресс-Трамин» 24-го каунта, но внимательный зритель наверняка найдет отличия в этих 2 портретах, потому что они выполнены по схемам разных дизайнеров и, по всей вероятности, по разным исходным картинкам. Ну а какой из этих портретов ближе к оригиналу, наверное, вам скажет только сам художник Андрей Шишкин. Название этой дамы в шляпе художника Андрея Шишкина вы помните? Дама получилась загадочная, настоящий психологический портрет, при взгляде на который в голове рождается не только образ, но и некая история, с ней связанная, причем у всех разная. Я вышивала эту картину на канве «Конгресс-Трамин» 24-го каунта около 2 месяцев. А вот «Гвардеец» тоже по картине художника Андрея Шишкина. Этот харизматичный джентльмен нравится и мужчинам, и особенно женщинам. Лицо с характером, мужественный взгляд,
очень яркий типаж. Мимо такого красавчика просто так не пройдешь. Вышла эту картину Екатерина Андреева из Саратова на канве 25-го каунта в технике «Петит полукрест». Больше года у нее ушло на создание этого красавца. И, кстати, жена художника Алла Шишкина также участвует в нашем проекте «Жизнь прекрасна» и на нашей выставке представлены две ее вышитые картины «Завтрак» и «Боярышня». Об этих двух картинах я уже рассказала выше. Еще один современный русский художник Дмитрий Власов. Он родился в Москве в 1962 году, окончил Московский архитектурный институт. Помимо основной специальности, он давно и активно занимается живописью. И его любимой темой является натюрморт. Он неоднократно участвовал в различных выставках в нашей стране и за рубежом. Его картины находятся во многих частных коллекциях в России и других странах. На нашей выставке вы можете видеть два натюрморта по картинам этого художника. Это натюрморт с инжиром в исполнении Анны Смирновой из Томской области. Вышивала она ее на протяжении 10 месяцев на канве 18-го каунта в технике «Полный крест». И вторая картина – натюрморт с малиной в исполнении Юлии Вдониной из Пензы. Эта картина вышита на канве 24-го каунта в технике «Петит полукрест». На ее создание ушло 7 месяцев. А вот прекрасные подсолнухи по картине нашего современника Дмитрия Анненкова. Художник родился в Москве в 1965 году, окончил Московский художественно-промышленный институт имени Строганова по специальности художник-дизайнер. Он член Московского и Международного союза художников. Его постоянные экспозиции, многочисленные персональные выставки проходят в России и за рубежом, в Германии, Франции, Норвегии, США и других странах. А вышла эту картину Анастасия Трушинская из поселка Лоухи, это крайний север Карелии. Картина вышла на канве Лугана 25-го каунта за 4 месяца. «Память об Игнатии». Оформил эту картину известный мастер Айвар Пожарский из Санкт-Петербурга. Так что эта картина приехала на нашу выставку в Москву прямиком из Питера и демонстрируется впервые. И напоследок перенесемся через Атлантику и посмотрим на живопись американских художников. Поистине жемчужиной нашей коллекции можно назвать картину современной американской художницы Стефани Пуй-Мунло. «Она спит». Очень интересно, что оригинальная картина, которую художница нарисовала акварелью на холсте, размером всего 25 см в диаметре. То есть вышитая картина получилась гораздо больше оригинала. Вышила эту картину Светлана Малышевская из Нижнего Новгорода в технике «Петит полукрест» на канве «Конгресс Трамин» 24-го каунта. На создание этой картины ушло около 4 месяцев, а оригинал находится в частной коллекции. 4 сезона по картине современного американского художника Томаса Кинкейда. Он родился в небольшом городке Плассервилле, штате Калифорния. И кто бы мог подумать, что из маленького деревенского мальчишки вырастет самый коллекционируемый из художников современности. Всю свою жизнь он пишет картины, наполненные светом, и много помогает больницам, школам и благотворительным фондам. У него множество наград, и его работы можно видеть повсюду. Заветная мечта художника, чтобы его работы несли послание света, любви и надежды и были вдохновением для людей. Своими картинами Томас Кинкейд как бы просит людей остановиться, посмотреть вокруг и увидеть прекрасное в жизни. Картина «Времена года» можно рассматривать бесконечно, и каждый раз она навевает все новые истории. А еще ее можно крутить в зависимости от времени года, так что она всегда разная. Я вышивала эту картину на канве Лугана 25-го каунта. Около 4 месяцев у меня ушло на ее создание. Также на нашей выставке в стеклянной витрине вы можете увидеть авторские куклы в вышитых одежках, вышитую дамскую сумочку и броши, выполненные прекрасным мастером из Сызрани, талантливой женщиной, хозяйкой студии кукольного мастерства Машенькины куклы и очень разносторонним творческим человеком Ольгой Федюшиной. А на нижней полке расположился палантин, выполненный в технике поляния шерстью. Его создала преподаватель Ольги Любовь Петровна Телятникова.
Еще в витрине вы можете видеть игольницу, которая выполнена в технике кабинской вышивки Виктории Макаренко из города Чехов. И еще обратите внимание, например, вышивки квадрата 20 на 20 стежков на канве разного каунта. Выполнила эту работу Екатерина Мусатова специально для того, чтобы наглядно показать, как каунт или размер канвы влияет на размер готовой работы. На нашей выставке также есть каталог с примерами вышитых картин, где вы можете получить подробное описание каждой вышитой картины, используемых материалах, размеров, техник исполнения, а также оригинальных картин, по которым наши картины были вышиты. Там вы узнаете о художнике, годах написания, где хранится оригинал и прочую информацию. Когда вы стоите перед каждой такой вышитой картиной или художественной куклой, то вы понимаете, что эти экспонаты живые. Они завораживают своей мягкостью и живой теплотой. А когда человек вкладывает во что-то большую часть своей души, он как бы заряжает эту картину эмоциями. И это всегда чувствуется как в шедеврах мирового искусства, так и воссозданных по этим шедеврам вышитых картинах. И именно это тепло рук, и эта эмоциональная ценность и имеет смысл. Но разве это не чудо – создавать своими руками что-то необычное, прекрасное и вдохновляющее? Что-то, что мы можем оставить после себя. Потому что вещи, которые обошлись дорого или на которые потрачено много времени, значимы для каждого человека. Пожалуйста, оставляйте ваши отзывы и впечатления в нашей гостевой книге. Нашим мастерицам будет очень приятно. Мы рады приветствовать всех гостей на нашей выставке вышитых картин в галерее «Печатники». И очень надеемся, что наше творчество наполнит вашу жизнь ощущением прекрасного.